Тролли-валли. Привет. О май гад. Чистовой. Откуда меня знаешь? А, в Ютубе смотрела тебя, в ТикТоке, в Инстаграме. Нифига. Везде. Класс. Везде. Ты а ты слышала новый альбом? Спасибо. А, нет, к сожалению, еще пока не слышала. Но обязательно послушаю. Давай я тебе оттуда одну песню спою. Давай, давай. Вот только для тебя. Не уснуть, если в голове такие планы снова в путь. Собираем чемоданы, не забудь, наше время не вернуть. Эй, пока молодой, пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой. Пока молодой, все двери ногой, по дороге в рай, если ты со мной. Пока молодой, пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой. Пока молодой, пока молодой, я свободен, да, словно выпускной. Пока молодой, пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой. Пока молодой, все двери ногой, по дороге в рай, если ты со мной. Пока молодой, пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой. Пока молодой, пока молодой, я свободен, да, словно выпускной. Блин, это классно! Господи, я так рада, что тебя увидела. Блин, Лиз, я тебе его покажу, когда говорим. Я рад тоже тебя видеть и твою улыбку. Тебе классно. Спасибо. Я в шоке. Песню добавляй к себе, слушай, там еще несколько есть в альбоме. Хорошо, обязательно. Это оттуда. Ну и ты не против, да, попасть в выпуск? Да, не против. Классно. Всем привет, делайте себе чаек, потому что нас сейчас ожидает увлекательное путешествие по городам России вместе с гитарой и приятными беседами с красивыми девчонками. Хорошо пошла. Привет. Как дела? Подожди. Отлично. Ты русский? Это... Да. Привет, да? Тихо, да? Покажи. Почему нет? А вы кто по национальности? Россия, Россия. Не, вы же из Башкирии. Офиги! Че, серьезно? Нет! Oh my god! Не, я тебя точно видел где-то. Не, давай сыграй, 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 сыграй. Сыграй песню какую-нибудь, пожалуйста. Абсолютно любую? Ну, в принципе, да. Какую, даже не знаю, но... Ну, любую, давай любую. Любую, на твое усмотрение. Ну, давай свою спою. Ну, давай, хорошо. Ну давай, давай, смотри. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюбляйся, я не твой. Поешь. Ни хера себе. Спасибо. Вы слышали эту песню, да? Да, да, конечно. Я думаю, у многих сейчас зачесались руки, чтобы взять и поиграть на гитаре. И удобный помощник в этом деле – приложение для гитаристов Timbro. Если у вас нету своей гитары, участвуйте в моем конкурсе каверов в Инстаграме или нажимаете на виртуальную гитару в приложении и спокойно играете. Чему можно здесь научиться? Во-первых, исполнять
песни и мелодии на одиночных струнах. Разучить первые аккорды, потом более сложные аккорды, гаммы. Выучить ноты на грифе, развить музыкальный слух. 50 очков сегодня заработал. И получил ачивку «Музыкант». Качайте приложение по ссылочке в описании, работает как на iOS, так и на Android. Погнали дальше. Ну а вы не забудьте поставить лайк, набираем 50 тысяч лайков, выпуская следующий выпуск. Здорово. О, гитара. О, гитара. Давай. Да, не надо, давай ты. Не, а чё я всегда всем, а мне никто не играет. Давай, ты сыграешь. Ты больше на музыканта похож. Блин, он похож, это хижина музыканта. Мне сейчас послышалось или нет? Я Лёва из кухни. Вот это поворот! Забыл. Нет, он похож на Рагу, если он похож. Нет. Сыграй что-нибудь, а я тебя подловлю. Чё вы хотите? Да. Авторскую могу, авторскую, как вам? Давай. О, блин, давай. Такая песня есть. Кстати, что ты видишь? Я все еще помню родные края, но уже не вернуть то, что было вчера. Куда мы спешили, я не пойму, куда. И мы разучились влюбляться в поисках денег и глянца. Зачем эти ваши запреты? Ведь были моменты, когда бесконечным казалось лето. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Моя юность, что тает в руках дым сигарет. Все это прошло за один момент, просроченный абонемент. И быстро, что я не успел повзрослеть. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, за один момент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Нормально? Да, прикольно. Прикольно. Сам? Спасибо. Чё? Сам написал? Да. Ну, вам нравится такое или, типа, вам что-нибудь движовое надо? Нет, нам нравится такое. Если хотите реально поддержать, послушайте в оригинале, найдите ее. А у тебя есть она в оригинале? Вот, давай. Ну, я выпустил официально, да. У нас же сейчас эра трека все треки выпускает. Давай. Ну, называется «Где моя юность?». Где моя юность? Пиши. А у тебя на Ютубе случайно канала своего нет? А ВК? Канала нет пока что. Да, ВКонтакте. Возле копейки? Да. Блин. Прикольно. Так-то круто. Ну, слушайте. Будет приятно. Ну, у тебя неплохо получается. У меня вот что есть. Знаете, что такое? Ну, примерно. Это я... Немножечко играю. Ну, пытаюсь совмещать, короче, это максимально сложно. Это уже следующий уровень игры. Ну, наконец. У меня просто есть очень-очень старая песня, где я прямо обожал вставлять в проигрыши губные гармошки. Вот одна из песен, короче, звучит с ней. Могу сыграть. Давай. Она есть в это? Ну, она есть, но она там только под гитару с губной тоже. Ну, неполноценная. А так хотелось бы там записать барабаны, да? Ну, а что, прикольно было бы. Вообще классная песня. Кажется, у меня теперь новый этот. Ну. Это все его песни. Ого. Много? Да. Ну, прилично. А где подруга-то ушла?
Да нет, лежит в папку играет. Ну-ка, ну-ка. Спортом занимается. Кроватным. Рустана назвала интересного персонажа, который, в принципе, я тоже знаю. Откуда она интересно знает? Она возвращается. Какого персонажа, который ищет музыканта? Ну. Боже, божественный. Почему-то мне кажется, что ты прям на него похож. Ну, я знаю. Сравнивают нас частенько. Не, откуда ты знаешь ты его? Ну, у меня, в общем, друг играл на гитаре, постоянно его слушал. Но я вместе с ним. Смотрю временами. А сейчас нет. Печально. Давно не смотрела. Ну, может, в последнем году, в последний раз. Давно не видела. А где твой друг, который играет? Он по контракту служит. Он пошел заниматься. Служить пошел? Он по контракту служит. Пошел. И что, там гитара пригодилась ему? Ну да. Ну, смотри. Очень похож, да. Блин. Она же забасуется. Давайте снимем в историю. Есть Инстаграм? Да, есть. Давай, снимай. Вот мой Инстаграм. Мне так нравится, когда говорят обо мне, но я, ну, типа... Но дело вид, что это не я. Жесть. А было бы еще круче, когда что-нибудь плохое говорили бы обо мне в лицо. Это было прикольно. Прикиньте, такая девчонка садится. А, есть уж там один блогер, дурачок, вообще музыку там что-то пытается делать. Бездарь просто, знаешь, мне в лицо. Я когда училась в Ленинграде смотрела. Где ты в армии, короче, там, где с армией? Ну? А, сейчас, подожди. Даже здравствуй, сколько? Небо в облаках, что ли? Нет, Юнус, нет, нет, когда ты просто в армии был, снимал, получается. Да я там много снимал, да. Короче, я Ереш, я не помню, какую песню, но я пыталась. Но у меня, да, у меня, короче, была гитара, она под правую руку, а я левша. И я не могла. Я вот перестройки. Я смотрела, только катал и пытал. Блин! Файмен, наверное, играл. Файмен. Да? Я просто в шоке. Блин, офигеть. Круто! И в какую общагу я попал? В каком городе? В Горно-Алтайске. Где? В Горно-Алтайске. В Горно-Алтай. А кем будете, когда закончите? Ветеринарем. Агроном. Один я. Неплохо, неплохо. Не, у меня такой первый раз, что я на какую-то знаменитость там попадаюсь. Нападаю. Прикинь. Настоящий, да? Здорово, классно, приятно так. На самом деле. Ну вы не против, да, попасть в новый выпуск? Нет, нет. А сыграй, пожалуйста, знакомую, какую-то хотела, думала, вот увижу, попрошу обязательно, но вот... А, режиссер, вот ты играл, у тебя было выпущенное видео в YouTube. Режиссер. Да попробуй немножко. А какие там слова в начале еще? А, господи, сейчас надо вспомнить, тоже забыла уже. Блин, да ты очень топовый. Да, прям. Да. Но все равно увидеть так, это как бы... А, враг мой, бойся меня. Да, враг мой, не бойся меня, давай. Давай. Не дождетесь, не заплачу. Если что, любовь получит сдачи. Я в этом фильме главный актер. Я сценарий с нем, я режиссер. Враг мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Любимая, люби меня. Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. Класс. Класс. Молодец. Круто поете тоже. Да, хором. Да, конечно. Кстати, говоря о моих песнях, мы запустили конкурс каверов на песни из альбома «Время юности» в Инстаграме. Условия будут также в моем Инстаграме, подписывайтесь. Присылайте свои каверы, за первое место у нас гитара, за второе
два комплекта струн и за третий каподастер. Участвуйте, ссылка в описании. Пока молодой, пока молодой, двигай за мечтой, двигай за мечтой. Еще не поздно.